целях профилактики инспекторы каждое утро выставляют посты вблизи всех общеобразовательных учреждений города, чтобы напомнить и детям, и родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД провели занятия со всеми первоклассниками, а их в этом году более 7 тысяч человек, раздали им так называемые письма первоклассников, чтобы ребята вместе с родителями нарисовали в письме самый безопасный путь из школы домой, а еще лучше прошли его. Помимо этого, школьникам подарили светоотражающие элементы, которые позволят им быть заметными вблизи дороги. Театр кукол подготовил для детей спектакли о безопасном поведении на дороге. К слову, в течение всего сентября инспекторы дорожной полиции будут нацелены на выявление нарушений правил перевозки детей.